Так вот, это было лето. Мы встретились. Причем он даже, знаете, вот со спины некоторых руководителей в глаза не поздороваются, когда ты поздороваешься с ними. А он со спины тебя узнавал. Оборачивался и здоровался. И когда вот уже я была после операции, все равно сил не было. Ну, то есть, когда ты уезжаешь на операцию, ты, в принципе, подписываешь бумажку, и ты, ну, ты не знаешь, выживешь ты или нет. Ну, то есть, это же вмешательство, это наркоз. Наверное, мы все, с одной стороны, в наркозе, как на том свете, бываем, да? На сколько-то секунд. И вот мы встретились взглядами. Я увидела в глазах вот эту вот такую внутреннюю боль. Ну, то есть, когда человек болеет. Мы даже уже вообще с тех пор, как сказать, как вот вам объяснить? Ну, для нас этот человек был, для моей семьи, ну как, все равно как отец. В том смысле, что, знаете, вот как моральная какая-то поддержка, что ли, вот такое вот. Я вот, кстати, поняла. Я, кстати, поняла, что с тех пор, как он умер, знаете, как говорят, земля ушла из-под ног. Я не могу. Я не смогу. Это, наверное, будет единственное видео, когда я плачу. То есть вот был какой-то надежная опора, ее не стало. То есть когда ты шел на работу и находился на выходных дома, ты всегда был уверен в завтрашнем дне. А сейчас этой уверенности нет. И, кстати, я поняла причину своей депрессии. То есть вот столько лет, сколько его нет, я нахожусь в этой депрессии.